Привет, дорогие друзья! Получил долгожданный аксессуар для душа. Это клапан для перекрытия душевого хобота. Вообще у меня с душем была некоторая проблема. Понадобился вот такой вот клапан. Сейчас открою, покажу, что он себя представляет и какова возможность его применения. Итак, вот такой вот клапан. Один входит в трубку, а второй конец накручивается на распылитель душевой. И данной рычажком можно перекрывать поток воды. Кому понадобится, ссылка там в описании. А на этом все. Спасибо за просмотр.